Всем привет! Мы пытаемся собраться и выйти на танцы. Один пакет в мусор, другой пакет возьмем с собой. Мы его опустим там в зеленый благотворительный ящичек. Это мусор. Я его хотела. Хорошо, бери, так чего отдаешь? Только не перепутай, остановись. Да, вот один будешь выкидывать тут. Ну, что-то в этом духе, да. Молодец. Это далеко? Улетел. Все хорошо, пошли. Бери этот пакет. Туда? Вниз? Вниз. В землю? Нет, вниз в наш дом. Бери пакет второй. Вниз в наш дом. Это берем с собой. Это... Попробуем без коляски. Вика уже спала сегодня. Нам надо скорее, а то мы опоздаем. Стоп, стоп, какой-то лифт приехал. Слушай, вот этот. Ага, здрасте. Так, потихонечку. Потихонечку, Вика. Шагай. Ну, поехали с нами. Ура! Вика зашла. Тю-тю-тю-тю-тю, не нажимай ничего. Значит, расхламление продолжается, снимать некогда. Не получается снимать, как я прибираю полки, потому что все делаю на бегу. Пока... Вика, ты вызвала тетю опять. Ай-яй-яй. Извините, пожалуйста, это ребенок нажал. Пойдем дальше. Дело в том, что на бегу просто залетаю в кладовку. Что-то вытаскиваю, что-то сортирую, пока Викуся не заходит в кладовку. Пошли, Вика. И сейчас вот мы собрали целый пакет одежды, которую я... 2000. Выходим. Люди, да, представляешь? Ты не одна на планете. Пытаюсь закончить мысль. Устала собирать одежду для кого-то, не знаю для кого. И собрала целую коробку вот в этот огромный пакет. И просто положим сегодня в благотворительный зеленый ящичек. Потому что сил нет, столько места у меня занимает ненужная одежда. Как-нибудь я зайду в кладовку и обязательно покажу. Дай мне хоть ручку, зайка. Тут ты такая самостоятельная. Покажу, какие у меня там коробки и что на них написано. Это можно просто секонд-хенд открывать уже. Вики мало, Дани мало, Вики велико. Обувь такого размера, обувь такого размера. Викуська, нам бы на танцы попасть. Пошли. Так что сегодня расхламление кладовки у меня. Да, иди к нам скорее, побежали на танцы. Побежали, только не упади. Побежали. Молодец. Вот так, спокойненько идем, ладно? Ты далеко-то не беги, только по тротуару, ладно? Ой-ой-ой, только не намочи ноги. Нашел лужу. Везде сухо, Даня нашел лужу. Иду вся такая модная в кожаных штанах. Конечно, это кожзам. В таких сапожках более-менее. Еще тут мех остался и пальто, которому 5 лет. Стой на месте, стой. И думаю,
У нас вот есть нечего? Даня, стой. Вот я доношу эту одежду. Интересно, что дальше я буду носить? Может, мы переедем куда-нибудь, где одежда не нужна? На тротуар, Вика, на тротуар. Непонятно вообще. Будущее туманно. Похоже, если я не начну работать, то у нас скоро нечего будет есть. Все мои пассивные доходы уходят на оплату садика, танцев и дачи. Ха-ха-ха. В бюджете строки питания что-то у нас нету. Даня! Быстро сюда! Вот так вот мы расселись. А что у тебя в ротике, Вика, уже? Только отошла к Дане, уже что-то ест. Господи! Что ты там ешь-то? Никакой еды же не было. Так, ты ешь камень. Потрясающе. Где Вика могла взять камень? Вика, я не знаю. Даже на земле не было. Все готовы? Какой у нас номер? 26. Как? 26-й какой у нас номер? Этаж, что ли? Да. Значит, у меня такая проблема по поводу нашего влога «Дневник жизни». Снимаю очень много. Тёма не успевает обрабатывать, и в планах сейчас снимать немного меньше «Дневник жизни» и перейти на формат болталки и рассказывать интересные истории из жизни, в том числе о путешествиях с Тёмой по Европе, когда мы катались в Европу со старшим сыном-инвалидом. Вот сколько времени я болтаю, но все равно мы должны двигатель-то прогреть. Вот. И болталки на разные другие темы, на тему детей там и так далее. Потому что так будет покороче. А по 40-50 кусков я скидываю Тёме, он монтирует по ночам. И это принимает какой-то формат уже гонки. Не знаю, мы уже этот формат не выдерживаем. Надо что-то поменять. Пока что попробуем вот так. Попробуем болталки записывать коротенькие, чтобы мне их сразу выкладывать. Или из двух частичек, ну или из одной 5-минутной. Данечка, не спи. Тебе на танцы. Я не сплю. Спать нельзя. Я не сплю. Все, машинка, наверное, прогрелась. Мы, наверное, поедем. Я буду смотреть вперед обязательно. Вне всякого сомнения. Наш Парнас. Наш обычный путь на танцы. Вика, надеюсь, ты не уснешь. Ну, Салават, только маленький, низкий, ведет из палата. Видишь? Нет, не заметила. Садик справа. Здоровенок. Нет. Здоровенок слева. Лучик справа. А совенок вообще не тут. Совенок, привет. Если нас смотрит Алина, то привет. Да, не слишком уже большой опыт по частным детским садикам. Уже сильно разбирается. Надеюсь, в следующем году получит место и Даня в государственном, и Вика в государственном. И жить нам станет легче на 11 тысяч в месяц. Это наш бурный перекресток Абрамова. Лифт – это то место, где Вика не может никуда убежать. Я могу достать телефон. Но мы уже приехали. Викуся, побежали. Уже у Дани закончилось занятие. И нам уже нужно бежать. Давай.
Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Викуся. Викуся. Сегодня Даня занимается не со своей группой. И не знаю, посмотрим, как мы зашли. Там 8 девочек. Даже интересно, будет он лучше заниматься или хуже. Но по идее лучше. Викуся, лифт кто-нибудь ждет где-нибудь? А мы его держим. Вика идет куда угодно, только никуда мне надо. Да, магазин. Уже здесь слышно музыка от нашего занятия. Какая-то девочка вышла. Пошли пока за занавесочку одеваться уже будем. Пошли сюда. Пошли сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Закончилось занятие. Мы забрали Данечку. Сходили к машине и взяли пакет. Сейчас пойдем опускать. Здесь так много у нас соблазнов. Всегда есть эти аттракционы, которые нас ждут за жетончик за 30 рублей. Это считается дешево. А вот и наша цель. Викуська, иди к нам. Не знаю. Сейчас посмотрим. Ага. Вот так, давно я не опускала, наверное. Приятик сам, подними меня. А, ничего себе, подними меня. Давай я сама, представь, ты какой тяжелый. Ладно, давай. Фух, подняла Даню. Ты рад? Та-дам. Наши хорошие ненужные вещи отправляются в свой последний путь. И вот здесь есть такая вот еще... Ну, пойди на аттракционы, посиди там. Такая вот информационная наклейка, которая говорит...